Новый легковой автомобиль ГАЗ-24 выпускает Горьковский автомобильный завод. Красивая облицовка радиатора и отсутствие излишнего украшательства создают впечатление легкости и элегантности. Изящные и простые линии кузова подчеркивают стремительность. В пассажирском салоне создано все для комфорта. Строгая, со вкусом оформленная панель с полным комплектом приборов. Трехдиапазонный радиоприемник. Передние сиденья раздельные, и каждый имеет регулировку. При необходимости они легко и быстро превращаются в удобные спальные места. Вентиляция салона на ходу осуществляется через перфорированную обивку потолка с помощью специальных боковых воздухоотводов. Мощность двигателя повышена до 100 лошадиных сил. Введены полнопоточный масляный фильтр, гидровакуумный усилитель тормозов и другое оборудование. Динамика ГАЗ-24 значительно лучше, чем у прежней «Волги», и не уступает зарубежным машинам этого класса. Разгон с места до скорости 100 км в час автомобиль совершает за 21 секунду. Максимальная скорость с полной нагрузкой 145 км в час. Чтобы кажущаяся простота этих цифр не ввела вас в заблуждение, следует объяснить, что достигнуто это не только за счет установки более сильного двигателя. Тщательно отработанная форма кузова позволила до минимума сократить лобовое сопротивление, сохранив при этом современный внешний вид и требования моды. Хорошая устойчивость на поворотах, легкие и эффективные раздельные тормоза, высокая маневренность, полученная за счет малых радиусов поворота, позволяют новому автомобилю двигаться по горным дорогам с высокими скоростями. По различным видам дорог расход топлива в среднем не превышает 12,5 литров на 100 км пути. Вряд ли водителям встреча с грязным лесным проселком доставляет удовольствие. Несмотря на то, что дорожный просвет нового автомобиля меньше на 10 мм, чем у старой «Волги», мы можем успокоить эксплуатационников. Проходимость ГАЗ-24 удовлетворит самые разнообразные запросы. Кстати, обслуживание новой «Волги» значительно упрощено. Вместо 38 регулярно смазываемых точек теперь осталось только 9. А сроки между профилактиками увеличены почти в 2 раза. Новая «Волга», прежде чем получить путевку на конвейер, прошла большой комплекс тщательно продуманных испытаний. Здесь и сотни тысяч километров всевозможных дорог в разнообразных условиях страны. С
Ждите многодневные стендовые испытания отдельных узлов и агрегатов на усталостную прочность, надежность и долговечность. Держит не менее 3 миллионов циклов. А двигатель может считаться работоспособным только после 400 часовых испытаний. В салоне ГАЗ-24 даже в суровые морозы сохраняется хорошая обзорность, а пассажиры не испытывают холода. С целью равномерности отопления теплый воздух распределяется на обдув ветрового стекла, стекол передних дверей и переднюю часть кузова, а также в заднюю часть под ноги пассажиров. Специальная установка подает воздух для обдува заднего стекла. Мало кому удается присутствовать на запланированной катастрофе. Оценивается безопасность нахождения людей в салоне и возможность быстрой их эвакуации из потерпевшего аварию автомобиля. Со скоростью 50 км в час машина ударяется в бетонный куб весом 40 тонн. Посмотрите еще раз этот момент. Как видите, двери открываются свободно. По условиям программы «Манекен-пассажир» не был пристегнут ремнями безопасности и получил серьезные травмы. ГАЗ-24 «Универсал» предназначается для перевозки пассажиров, мелких грузов, обслуживания предприятий, а также в качестве такси или автомобилей для туристических поездок. В салоне расположено 3 ряда сидений для размещения 7 человек. При необходимости сидения 2-го и 3-го рядов легко и быстро убираются, образуя грузовой вариант кузова, где можно разместить до 400 килограммов груза. Отдельный доступ к запасному колесу позволяет производить его замену без перевалки груза. ГАЗ-24 использовано все самое лучшее, прогрессивное, что было в предшествующих моделях ГАЗ. Удалось сделать его более устойчивым, расположить пассажиров в зоне наибольшего комфорта, убрать из салона все лишнее, чтобы он был просторным, полным воздуха и света. Вы получите автомобиль мощным, красивым, надежным, удобным и комфортабельным, но простым и легким в управлении и обслуживании. В добрый путь, ГАЗ-24!